Делегация Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым продолжает работу на первом форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Один из итогов двусторонних встреч – выпускники НГТУ теперь смогут получать сразу два диплома. Соглашение о сотрудничестве подписали на форуме ректоры Новосибирского вуза и Ташкентского университета информационных технологий. Документ подразумевает так называемое сетевое обучение, когда студенты осваивают программу сразу двух университетов. Не исключен обмен преподавателями. Пилотными в этом проекте выступят факультеты автоматики и вычислительной техники, прикладной математики и информатики НГТУ.